Ежегодно 19 января в Беларуси отмечают профессиональный праздник спасателя, то есть 19 января – День спасателя. Профессия эта считается одной из самых ответственных и опасных профессий в мире. А спасатели МЧС – первый, кто приходит на помощь при катастрофах, авариях, взрывах, других каких-то чрезвычайных ситуациях. Это люди, которые постоянно рискуют свою жизнью ради спасения чужой. Но вот название профессии говорит само за себя – спасатели. И в преддверии профессионального праздника спасателей и пожарных Минское городское управление МЧС порадует кого-то из вас памятными сувенирами. То есть очень скоро можно будет получить подарки. А именно сумку и кружку за первый правильный ответ на вопрос. А что требуется? Слушать внимательно вопрос и прислать ответ на короткий номер 9240, как только догадались. За первую правильную награду вас ожидает. Внимание, вопрос, кстати, вопрос также от Минского городского управления МЧС. Итак, как известно, Дед Мазай спас во время наводнения значительное количество зайцев. А кто во время пожара спас 18 голубей и одного воробья? Как зовут этого героя? 9240, и немного сориентирую, помогу. А те, кто знал его когда-то и ходил с ним в детский сад, те сегодня бородаты и знакомят с ним внучат. О ком речь, как зовут героя, который спас голубей, 18 голубей и одного воробья? 9240, короткий номер для ваших вариантов. Варианты были, варианты отличались, прямо скажем, правильных не так и много. Кто такой, как зовут героя? А что за дым над головой, что за гром по мостовой, дом пылает за углом, 100 зевак стоят кругом, ставят лестницы команда, от огня спасает дом, весь чердак уже в огне, бьются голуби в окне. На дворе в толпе ребят, дяди Степе, вот он, говорят, неужели вместе с домом наши голуби сгорят? Дядя Степа с тротуара достает до чердака, сквозь огонь и дым пожара тянется его рука. Он окошко открывает, из окошка вылетает 18 голубей, а за ними воробей. Но все Степану благодарны, спас он птицы, потому стать немедленно пожарным все советуют ему. Дядя Степа хотелось увидеть в ответе. И первый правильный ответ от абонента, последняя цифра номера телефона, которого 450. И надо сказать, цифры эти знакомы. Очень скоро с вами свяжусь, расскажу, каким образом вы сможете получить подарки. И напомню, что памятные подарки, памятные сувениры, сумку и кружку можно будет забрать, подарки от спасателей пожарных Минского городского управления МЧС. Ну и по поводу профессионального праздника. Мы все это организовали. 19 января в нашей стране отмечается День спасателя.